Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале компании InstaForex. С вами я, Екатерина Стихина. В Соединенных Штатах сегодня празднуют День Благодарения, что становится одной из причин активной торговли на рынке. Трейдеры спешили определиться по сделкам до закрытия американской биржи. Стоит обратить внимание на движение пары доллар-иена, которая потеряла более 100 пунктов. На премаркете европейской сессии котировка приблизилась к уровню 111.20. Доллар заметно ослаб ввиду падения кривой доходности гособлигаций США. Кроме того, на рынке появились слухи о том, что Банк Японии может в скором времени сократить денежно-кредитное стимулирование. К слову о центробанках, вчера был опубликован протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, который внес некоторые сомнения относительно дальнейшего изменения монетарной политики. Трейдеры насторожились, узнав, что многие члены комитета голосуют за то, чтобы не спешить с повышением процентной ставки, пока не будет полная уверенность в стабильном росте инфляции. По этим причинам индекс доллара США потерял почти 1%, приближаясь к двухмесячному минимуму у отметки 93.20. Валютные стратеги считают, что сегодня у многих конкурентов американского доллара будет возможность восстановить утерянные ранее позиции. Вы смотрели новости на канале InstaForex TV. С вами была я, Екатерина Стихина. Мы желаем вам профитных сделок вместе с InstaForex.